Тем временем по два действительно уходит на взлет. Самолет готовится к тому, чтобы выйти на взлетную полосу и подняться в небо над аэродромом Первушино. Вот он выруливает. Сейчас он пройдет в начало полосы и только потом взлетит. Два в воздухе, 42-й год. Открытие 16-го взлета авиаторов в аэродроме Первушино. Периодически из кадра самолет ныряет. Я представляю, когда завтра соберется более 10 тысяч зрителей, а может 15 тысяч зрителей, и у нас здесь Первушино на авиационный праздник, когда взлетит этот ПО-2, я предлагаю журналистам фотографировать лица людей. Сколько счастья они будут испытывать. Посмотрите, как глубоко.